Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Мерлин. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Камелот. Внезапная смерть короля Утера грозит привести Британию к хаосу. После видения Мерлина о темном будущем страны, волшебник решает помочь сыну Утера Артуру взойти на престол и победить холодную амбициозную волшебницу Моргану, сводную сестру Артура. Игра престолов. К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности, Эддарда Старка, в мире, где все, от короля до наемника, рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину. Есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждения тьмы из легенд далеко на севере. И лишь стена защищает живых к югу от нее. Легенда об Искателе. Еще вчера юный Ричард Сайфер был всего лишь лесным проводником, а нынче ему выпал на долю тяжкий жребий Искателя Истины. Тяжкий, ибо магия не приносит радости, а за истину, как и за могущество, расплачиваются дорогой ценой. Тяжкий, ибо Искателю Истины надлежит вступить с величайшим из черных магов трех королевств, безжалостным Даркином Ралом, в смертельную схватку. Первое правило волшебника гласит: люди глупы, люди глупы. И если правдоподобно объяснить, почти все поверят во что угодно. Люди глупы и могут поверить лжи, от того, что хотят верить, будто это правда, или от того, что боятся знать правду. Головы людей полны всякими знаниями и верованиями, большинство из которых ложное. Но все же люди в это верят. Люди глупы, они редко могут отличить правду от лжи, но они сомневаются, что способны на это. Тем легче их одурачить. Король Артур, 2004 года. Фильм о легендарной исторической личности. В нем большое внимание уделено историческим фактам и политическим событиям, имевшим место в период правления короля Артура. Но картина обещает совместить в себе как реальные исторические события, имевшие место в провинции Британия сразу после распада Великой Римской империи, так и мифы о подвигах рыцарей короля Артура. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!